Здравствуйте, меня зовут Мартин. Я работаю физиотерапевтом 24 года. В ортопедической и неврологической сфере как с детьми, так и со взрослыми. Меня зовут Григорий, мне 32 года, я заболел 28 мая. Это было 18 недель назад. У меня квадрипорез из-за синдрома Гиена-Барре. С самого начала, когда Григорий умел выполнять упражнения, мы стали выполнять тренировки с Луной. Я очень рад, потому что этот процесс реабилитации прошел очень быстро и в правильном направлении. Также у меня была мотивация тренироваться и поправляться. Что касается стопы пациента, у нас действительно отличные результаты. Григорий сильно нарастил мышечную силу. Я контролировал мышечный тонус и мог производить движение. Это было здорово.